В общем, впечатление, опять же, конечно же, мы же не профессионалы. Вот впечатление от современного такого вот убогого искусства. Ай, блин, это трэш. Нереальный музей. Просто столько здесь помещений. Вот такое вот говно люди делают. И это считается современным искусством, блин. Чуваки, вы что, не видели, что люди рисовали 500 лет назад? Вот Рафаэль. Мадонна Делла Тенда. И вот Рафаэль. Святое семейство. Класс. 1506-507 год. Потом Перуджино, здесь флорентийцы. А, дуреть. Доминика Джоландайо, тоже вот флорентийцы. Класс вообще. Филиппино Липпи, еще один флорентийц. Нарисуйте нормально что-то, блин. Потом будете фильмом. Боже, это трэш какой-то вообще. 13-й. Там сейчас будет еще портрет Пикассо. Потому что если бы все собрали портреты, ну вот это, конечно, это Мария Лассинг. Конечно, это шедевр. Да. Современная интерпретация колобка. Но апогей, конечно, здесь находится вот это вот. Чудо-барышня. Не, ну, в общем, редкая блевань в современное искусство. Поэтому почему люблю ходить в пинакотеки старые? Там есть что посмотреть. Здесь, вот на этом голень смотреть. Это жестяк. Хочется сказать, чуваки, вообще видели, как люди рисуют? Вообще видели? Это все творение, блин, деток-аутистов.